Настоящее сокровище для Рексика. Волонтер хочет, чтобы он всегда спал на мягком. Несколько последних месяцев мы рассказывали вам о псе Рексике из домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой, нашем неходячем инвалидике с диагнозом остеосаркома кости. И говорили мы все самое хорошее, так как так оно и было. Прекрасный аппетит. Это единственное животное, которого волонтер продолжала баловать и кормить вкусненьким, привнося разнообразие в его рацион. А еще он то на грудку уляжется, то поползет к друзьям. Вполне активный образ жизни, как для его состояния. А главное, мы на долгое время забыли о любой боли, не плакали и были просто молодцом. Но последнее время Рексик не успевает отползать по нужде. Из-за этого хозяйке очень часто приходится менять ему подстилки. К сожалению, одеяло с матрасом сушить негде в холодном доме. Нашему Рексику приходится спать на жестком полу, когда матрас его не высох. А так хочется, чтобы он всегда лежал на мягком. Может, у кого-то есть ненужные вещи, тряпки, ковры. Про матрас уже даже и молчим. А также очень нужны пеленки, одеяло, подушки, любое что-то, может быть, шерстяное, мягкое, не знаю. Пожалуйста, не выбрасывайте это, а просто передавайте все это приютам. Для нас это самое настоящее сокровище. И это не какая-то там фигура речи или ирония, это действительно важно. Не все можно решить деньгами. На самом деле, если покупать с нуля, это все очень и очень дорого. А вот передать пару пеленок, какой-то уже матрас старый от бабушки оставшийся, это, мне кажется, вполне может сделать каждый. И это просто бесценная находка для животного, чтобы ему там сменить, чтобы он лежал и ему было комфортно.